Всем приветик, ребят! С вами я, Диана, и в этом видео у меня для вас появились очень классные новости на тему продолжения нашего новогоднего обновления. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Также хочу напомнить вам про свои социальные сети. Во-первых, это мой телеграм-канал, в котором я для вас каждый день разыгрываю разных крутых питомцев. Условия в конкурсах там максимально простые, а выиграть может каждый из вас. Также на Новый год я там буду разыгрывать фрост-дракончика и коричневую совушку. Так что переходите и подписывайтесь, ссылка находится в описании. И советую подписаться на мой лайк, тикток, инстаграм и мой профиль в Роблоксе. Если хотите со мною поиграть, вам нужно на него подписаться, все ссылки также находятся в описании. И по нашей традиции, абсолютно в каждом видео у меня для вас разыгрывается флай-рай-черепашка. Условия в конкурсах, как вы знаете, максимально простые. Нужно просто подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, поставить лайк и в комментариях написать, что вы участвуете, и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. Ну а вот победитель с прошлого конкурса, поздравляю! Итак, ребята, что же у нас с вами за новость? Новости, хочу вам сказать, достаточно классные, потому что, когда я это увидела, я была очень сильно рада. Во-первых, я увидела новых питомцев, и, как вы могли понять по названию этого видео, у нас будет новогоднее яйцо в Adopt Me. Ну и сейчас я вам покажу этих самых питомцев, покажу яйцо и расскажу, как это все можно получить, потому что все не так оказывается просто. Ну вот, ребят, смотрите, тут не все так просто, как я думала. Давайте я вам расскажу, сколько стоят новые питомцы. Вот, смотрите, первый питомчик, он будет стоить 130 тысяч пряников. Поэтому, если у вас нету пряников, то копите, либо же обменивайте баксы в обменнике на пряники. Вот этот вот пингвинчик, он у нас будет стоить 490 вроде бы робуксов, поэтому как-то так. Ну, в принципе, цена вполне нормальная, я надеюсь, он будет хотя бы ультра редкий. Если будет лего, то будет очень классно. И вот, смотрите, мы уже тут с вами видим новую мини-игру, и эта мини-игра напрямую связана у нас с нашим новым яйцом, потому что при прохождении, если вы пройдете вот эту игру, тут паркур, какие-то сражения, то есть это одна большая игра, которая длится, как вы знаете, не так, что вам вот дали приглашение, вы зашли на нее, а вы сами, когда захотели, пошли и выиграли эту игру, и вам дастся вот это вот самое новогоднее яичко, поэтому как-то так, то есть его получат не все, а только те, кто сможет пройти эту мини-игру, поэтому это максимально интересно, ну, лично для меня, потому что, да, только, вы знаете, у меня вопрос, это будет единственный экземпляр яйца, либо мы можем каждый раз проходить эту игру и получать эти яйца? Вот это мне пока что неизвестно, да и вообще, в принципе, это никому не известно, потому что разработчики это еще не рассказали. Ну, а это вот продолжение, два питомца, новое яйцо в яйце, и неизвестно, что будет в яйце еще пока что, эти питомцы, два, они не из яйца, как я уже сказала, они за пряники и за робукс. Ну, а само это продолжение у нас уже выходит в этот четверг, то есть уже завтра, ребята, поэтому копите пряники на вот этого классного питомца. Он легендарный, он просто вообще максимально красивый. Я, честно говоря, думала, что они сделают что-то опять перекрашенное. Но вот пингвинчик, конечно, ладно, перекрашенный. Но вот этот новый питомчик, он максимально крутой. Поэтому, ребятки, как-то так. Если вы в начале этого видео не участвуете в конкурсе на флай-рай-черепаху, обязательно участвуйте. И если вы не смотрели вот эти интересные видосики, то обязательно посмотрите.